Так, что там у нас? Что-то тянется, что непонятно. Может, в эту сторону еще? Видимо, ты можешь расшатать. Да, да, ты потихоньку, а то вдруг... Да, расшатай. Расшатывай, расшатывай. Какой полом, что ли? Ну-ка, 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 ну-ка. Расшатывай. Тихо. О, хорошо держит ее? Да, хорошо. Не-не-не, сейчас, видишь, сходит, сходит. Смотри, что. Может схватить. А уже близко я подошел, видишь? А потому что ты подтащил. А уже, может, скоро рукой будет достать. А я сейчас еще раз брошу сюда. Вот. Ребят, о, под мостом находимся. Вот как-то так. Идет, что-то идет, уже близко, да? Да, 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 сейчас подтягивается. Что-то держит, а что держит, непонятно. Что-то там такое есть. Слушай, это хорошо здесь, а не это, не где-нибудь на середине. Так, так, так. Я бы хорошо магнит, а цепаться не хочет. Ну. Чем дело? Сейчас отцепится. Бля, рукой далековато, да, склон очень сильный. Да, рукой. Как, смотри, как болтается, не хочет отцепиться. Это вот, что-то непонятно. Она хорошо держится. Ага. Вот так еще. Хорошо еще видно, куда-то кидать. Да, вот отцепляется. Может, это как там еще крючок какой-нибудь. Сай, острый, да? С виду. Видишь? Как бы. Ага. Острый. А почему острый? Не знаю. Может, в ту сторону потянуть? Ну, а попробуй в другие. Да. Да, вот сюда я потяну. Может, сюда пойдет. Игорь, какой-то, не знаю, лом, что ли, зацепили. Лом? Ну, что-то в этом роде. Тихо, тихо, ты туда не падай. Блин, ну, конечно, да, в тапочках не для этого, не стоило сюда ехать. Не идет. Не идет, значит, возвращай ее обратно. Игорь, я возьми в твою сторону. А ты, а вот он, может, тебя и так взять. В твою сторону. Бля, весь грязный теперь. Ну-ка. Держится? Ну вот он. Он сейчас будет по нему соскальзывать. Мы уже много раз так это делали. Да там уже рукой уже скоро достать может быть. Давай сейчас попробую подтянуть, а ты рукой, может, зацепишь. Лом. Лом? Ну вот. Давай я тебя за руку подержу. А он ногой туда пошел. Чего там, не тянь? Чего, не вытянуть? Что, застрял, что ли? Гленька, блин, и он никак не хочет. Может, его назад надо? Я так, ладно, сейчас пока отключимся. А назад? Толкни назад. Назад толкни его. Что, тот шевелится, но не тянется. Что за ерунда такая? Так не должно быть. Ну-ка, а что там было-то хоть? О, привязанный, что ли? Вань, ну-ка, и дай-ка посмотрю. Вот, смотри, покажи-ка нам. Была приварена какой-то штуки там внутри. Ага. Видишь, слушай, она... а это провод, вот это, провод какой-то. Смотри, это изоляция. Да. А это вот идет уже... Алюминий, может. Наверное, быть. Алюминий. А может и нет. Он, мы его отломали, видишь? Ну да. Походу. Лучше большая или маленькая. Пустой. Давай дальше. Ну, ребят, будет что-то, если интересное, включусь. Так, что-то маленькое, да? Давай, вот снимай. Какая-то торчит.
Снимай. Совсем дохлые. Да хрен с ним. Что там? А это арматура, кусок арматуры. Мелочь вот попадает какая-то еще. Mm. Так, что-то зацепили. Все. Что, отцепилось? Ой, блин. А вот что-то торчит, что ли, вот еще зацепилось разок вот. Здесь все в металле. Да, тоже зацепилось. Проскочило. Ну, не тянет, потому что... Слушай, когда тепло будет, залезь там, где магнитит. Ох, ты что там нацеплял-то? Эти. Блядь. Камни магнитят. Да это шлак от этого, от сварки. Нет, это камушки. Да фиг с ними, кидай дальше. Ну, я ни разу не видел, чтобы камни магнитили. Да шлак это. Это камни. Ну ладно, магнитные камни. Давай доставать там магнитные камни. Вот чудо. Давай мы магнитные камни тоже сдадим. Точно, так и надо, все сдадим. Это вот чудо. Может, с того берега еще. Вот опять, вот в эту лесу всегда цепляется. И отсыпается. Сейчас еще раз должен быть. А, вот, второй раз. Видишь, ну да. Держится хорошо. Но. Если вот вверх, может еще пошла бы вверх, вот туда. Где? Ну вверх, ну куда там, высота, я не знаю, метров 50. Мы попробуем еще, а еще вверх можно будет вытянуть. Если так не пойдет, вот. Есть, их полно. Да нету? Что это прицепилось? Блестящая такая, видишь? Ребят, что-то какую-то штуку поймали. Не отцепается она. Слушай, а попробуй отцепить тебя в перчатках, может, у тебя получится. 5F плюс У. Это штука. Что это такое? Ну попробуй отцепить. Получится? Ну легче. Может, тоже магнит какой-нибудь? Нет. Вот, что это такое? Смотри, какие вещи. Откуда они здесь берутся? С двух сторон написано, да? Да. Ну ладно, пока ее в карман брось, потом и посмотрим. Интересно. Вот опять. Карманов нет у меня. А? Давай, у меня есть. Вот опять попал. Ну тяни ее потихоньку. Тяни, она сразу же отсыпается. Ну, другое место перекинем из чего. Хорошо. Видишь, натяг такой? Ну да, да, вижу. И сразу резко. Вот железка, дальше. Ребят. Была она дальше. Ну ты оттуда ее подтянула, так понял. А вот видишь, ты ее опять как тот. Сына. Вот она готова. Эх, это не железка. А что это? Это деревяшка. А почему она магнитится? Она не магнит, мы ее просто зацепили. Да? Ну ладно тебе. А вот ну, ты там? Видишь это? Да. То что вот дошла. Сейчас посмотрим. Что, не тянется? Арматурка. Что-то идет. Да, вот она. Что-то идет. Ага. Ух, какая железяка. Это не. Ребят, вот что-то вытащили ствол вот, или что? Похоже на что-то такое. Да. Но лежало очень давно. Не, не ствол. Арматура. Какая-то. Закладная какая-то была. Ага, железка какая-то. Ну, все, дальше сюда. Кидать будем. Все, бросай дальше. Да, я вот сюда еще. Вот сюда не кидал. Бросай дальше, бери больше. Лови больше. Игорь! Вань, помашите! Ну что там? Есть железка здоровая, здоровая, но ее никак она не идет. Вылована вся. Ага, ага. Вот здесь вот что-то тоже вот идет немножко. Трупа маленькая попалась, небольшая. Сейчас я тебе покажу, ты снимаешь, да? Ну да, ну что там? А, ну все, сейчас еще эту сторону обработаем, посмотрим. Ребят, вот, насобирали металл. Загоняем на весы взвешиваться. Сколько там у нас получится, не знаю. Происходит действие вот так. Где-то должны дать сигнал, чтобы съезжать, не знаю где и как. Ладно, в процессе скажем, сколько и чего. Ребят, вот выгрузили, сейчас поедем опять на весы взвешиваться. Посмотрим, сколько у нас килограмм получилось. Вот тут все на магнитик наловили.
Вот, отъезжаем, сейчас завесимся и посмотрим, сколько денег у нас получилось. Получает деньги. Так, ребят, в итоге какой у нас там вердикт? Сколько денег? Сейчас посчитаем. Это 50 отдельно, так 50, так это 200. Раз, 3000, 3200, да? 3400, 500, 600, 600, 700, 800, 900, 4, 100, и вот тут 50, 4, 150. 4150, да. И получается где-то час-полтора где-то мы ковырялись, да? Где-то так, 4150, я думаю, что, нормально, можно, можно еще покушать и попозже еще заехать. Вот, и посмотрим. И ладно, вот, ребят, в итоге вот такая вот тема, ну, а поисковой думаю, магнит, вот, ну, столько собрали. Я думаю, вот. Это нормально. Да. Пока. Так что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал, все, всем пока.